Друзья, приветствую всех на моем канале. С вами снова Алекс, и это канал Game Story. Сегодня будем пробовать игру Rustler Quitty. Она находится еще в ранней разработке. Это всего лишь нам доступен пролог. И не будем вас томить, а начнем новую игру. Так, она пока же доступна только на английском языке, но я думаю, мы как-нибудь справимся с этим, потому что нам важно посмотреть геймплей, а не то, что здесь представляют. И нам нужно выбрать ориентировку, естественно. Давайте. Опа, не то выбрал, но ничего, сейчас переключу. Йоу, это наш герой. Justic Games представляет. Достаточно символичный щит. Look, if there was a low-born guy, name guy, and he would be the toughest medieval motherfucker, making trouble with his homie buddy, would you want to hear his story? Or just kick some ass, yo? His head is bald, eyes are red, he's always staring so cold, and for a pouch of coins, he throws his cellars very hard. И вы же поняли, да, насколько... Все тут, даже не знаю, как сказать, плохо. Насколько здесь будет приветствовать абсолютная дичь. Коровы, которые стоят черти где, на каких-то зданиях, деревушках, избах. Так, наш, наверное, вот этот вот, да, вниз головой, который торчит. Стопудово. Ну, по крайней мере, хотя бы на ней написали, что это. Может, и так. Так, моя голова. Что с ней произошло? Я хочу пить. Так, повернуть камеры, окей. Так, отлично. Получилось. Так, теперь пройдемся. Ногой вперед. Влево, вправо. Ага, кайф. Так, что у нас тут? Так. Вансир, что такое? Вансир забыл. Ну ладно, это не суть важно. Во-первых, я что я хочу? Я хочу. О! Можем кого-то навалять. Ну-ка, пойдем достанем-ка. Очень удобное управление. Прям быстренько поменяем. Гейм. Где она? Вот она. Применили. Готово. Так, ну-ка иди сюда. Как тебя достать-то? Йо! Воу! Он прям вандал какие-то. А, вы поранились? Поранились? Ну, окей, неудивительно. Двигаем дальше. Что у нас тут? Бутылочка. Йоу, чувак, ты как там? Ага, вот ты где, придурок. Вы думаете, если оставите... А, ставить корову на крыше — это смешно. Я покажу тебе. Да, вы понятия не имеете, как... Ты подписался смертный приговор? Ах ты... Зараза, а? Кто такой вообще, а? Так, про кнопку блок. Понял? Или не понял? Понял. Просто у нас... Руки... Ножи... На... Чисто замансовали. Хорошо, хорошо, извиняюсь. Люблю, когда коровы повсюду. А, дерьмо. Нужно отправиться к моему боссу. Так, нажмите F, чтобы использовать... Чтобы забрать лошадь. Слушайте, еще может навалять и дальше... На тебе, на... Опа. Так, ну-ка, мотаем, мотаем с места. Быстрее, бегом. Такой, а ты кто такой? Ну, а... Ой. Ты что, за нами бежишь? Ты что, лютый, что ли? Подожди, он сам на нас напал. Да отстань ты. Да. А чё такой жесткий-то? Понял? Чё-то моя голова. Мы начинаем все заново. Окей. Я понял. Окей, пропускаем, бежим все дальше. Нужно попить.
Судя по всему, да, нам пока нужно это стараться придерживаться определенных. Сейчас наваляем-то в этот раз. Вообще без шансов, ты чувак. На. Отлично. Извиняюсь, все, мы погнали к боссу. Так, где наш босс? Эта стрелочка, наверное, указывает на то, что нам нужно идти к боссу. А, это лошадь. Ё-моё, тут наша лошадь стояла. Два мажора. Блин. Опа. В город надо. А мы где? Или это мы тут? Так, окей. Ё-моё, как же она лагает. Опа, чё это такое? Что это за курочка такая? Отлично. Хильнулись. Так, мне бы узнать, где мы находимся вообще. Черт побери. А, вот мы где. Нам нужно вот сюда. Итак, интересно, насколько вообще большой этот пролог. Все дергается, камера какая-то дерганая, непонятно, что на скорости, конечно, чувствуется. Ё-моё. Лошадь, что с тобой? Довези нас до точки-то уже. Ой. Мы что, стали убийцами? Не очень хорошо. Ну ладно, так мы переживем. Так, ты опоздал, идиот. Но у меня были небольшие трудности. Да, серьезно, трудности в турнирной таблице. Но, похоже, ты еще с похмельем. Так, я не хочу ждать слишком много времени. У меня нет на это время. Я хочу, чтобы ты украл лошадь определенного рыцаря. Тебе нужно его перекрасить лошадь? Что? Серьезно? Стырите лошадь у рыцаря. Понял. Так, куда нам идти? Ага, из города. Валим. Ну, такая игра в стиле GTA. Игра в стиле GTA. Достаточно, в принципе, достаточно забавная. И что самое интересное, мы можем здесь беспредельничать, но пока нас вырубает... Ой. Ой, нас разыскивают. Это что за мент? В смысле? Это что? Это... Да отвали! Нет, ты не имеешь права. Отстань. Отстань. Нет. Ты что, козёл? Так, за нами уже двое гонятся. Чисто мансуем. И по-детски. Я хочу свою лошадь. Это наш шанс. Да отстань. Давай, давай. Опа, залезли. Так, а что если его... О, я его могу грохнуть и забрать у него меч. Или не можем? Сейчас. На! Что ты, лошадь-то какая? Я хочу твой меч. И, блин, нет, сейчас. Вот сейчас. Да он что, бессмертный, что ли? Вот сейчас. А, отлично, все, меч у нас. Боже, какие же мы жесткие. Так, что у нас? Добавлен меч в инвентарь. Где инвентарь? А у нас есть инвентарь вообще, в принципе? Так, может, слезть надо? Ой. Ой. Не-не-не, ребятушки, давайте-ка это... Вы поспокойнее, я тут... Подумаешь, я тут вашего тут загасил. А чего так много? Подожди, а чего так много-то везде? Нет, 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 отвали. Опа. Уже в инвентаре. Как мне его достать? Да как достать-то? Так,
Минуточку. Тут нет обучения. Где тут? Game. Control mod. Нет. А что за... Один. Ну, обычно там на единичку, двойку. Опа, на двоечку. Давай. Опа, офига мы жесткие какие. Вообще без шансов. Так, пер пошел. Пер пошел. Так. Давай. Ё-моё. Тут мы профессионалы. Тут даже не поспоришь. Не резанул нас, подлец. А может мы и караван сможем ограбить? Так, давай, иди сюда. Ты чё тут ходишь? Блин, это чё за рыцарь там прибежал? Э! Йо! Это... Окей. Но... Это было неплохо, согласитесь. Блин, ну все заново начинать, ну это такое. Ладно, все, окей, я не... Повеселились, ладно, и хватит. Так, где наша бутылка водочки? Отлично, самогоночка подкатила. Двигаемся дальше, сразу валяем по щам. Двоечка прошла. Давай. Лошадь забрали. Так. Где лошадь наша? Происходит. А, все. Кайф. Так, лошадь забрали. По крайней мере, я знаю, где теперь валяется меч, и нам не нужно убивать копа. Хотя, с другой стороны, если так подумать, мы... Это... Глупая лошадь. Ты что делаешь? Оба. Отлично. Ну, воздух уходит, просто большими кусками ел, поэтому у него воздух уходит. Все логически объясняется. Это фишка разработчиков, как это, знаете, там, типа, внимание к деталям, все дела. Что происходит вообще? Что за мясо у нас тут какое-то дикое? Но это не важно. Направляемся к боссу. Так. Просто лютый какая-то. Так, а зачем мы сюда? Вот нам сюда надо. Такие дорожки прям сочные. Корни бабай, что происходит? Так. Лошадь реально просто бешеная какая-то. Right to meeting. Все, мы идем навстречу. Где она? Где-то здесь. Где-то здесь. Вот. Окей. Все, мы на месте. Слезь ты с этой лошади. А, можно даже не слезать. Все кайфово. Да-да-да, мы идем красть лошадь того подлеца. Того подлеца, который... Какой-то рыцарь, непонятно. Не, я что-то не понял, а как... Что ж, черт тебя подбери-то, а? Все, ты падаешь здесь. Так. Так, что это такое? Что это такое? Миссия? You are not wanted at the moment. А-а-а, типа мы можем кого... Если кого-то убьем, можем сюда прибежать. Что-то за... Забрать себе, правильно я понимаю? Ну, реально, это просто нечто, а не лошадь. Бежит, что-то там врезается во всё подряд. Что ты хочешь вообще? Так. You can pick up while running in the horse. Так, вот мы слезли. Ну, и чё? Блин, может, её отодвинуть надо? Окей. Теперь это мы можем взять его? Отлично. Йо, теперь у нас есть меч. Скалибур. Так. Кайф. Можем нарезать пару-тройку. Да угомонись ты! Бешеная какая-то лошадь. Так. Куда нам идти, собственно? А, собственно, вот она, да? Что, нам просто угнать? И все? Окей. Мы вообще, типа... Эй!
Моя лошадь, вор. Фига себе. А чё так сразу это, на меня-то погнали? Вот так вот я теперь могу. В смысле, он меня скинул и всё? И опять заново. Это неуважение к игрокам, как минимум. Настолько... Тут нет сохранений, если чё. Если вы думаете, что я просто не сохраняюсь, нет, тут ни хрена нет сохранений. И я надеюсь, что она в таком состоянии не дойдет до релиза, потому что... Ты чё, мне в этот раз навалял, что ли? Это какой-то в другой одежде уже. Какой-то мощный, что ли? Чё, мощный, я не пойму. Так, где тут хавчик был? Нам нужно поесть. Нет, все, вот сейчас точно получится. Ну это реально жесть какая-то. А зачем так, я не пойму, столько полицейских-то на меня спускать? Я же не какой-нибудь там разыскиваемый везде убийца там. Не знаю, кто еще может быть. You can't pick up items while reading holes. А я же вроде ничего не подбирал там. А, вот эти вот тоже, да, нельзя просто так поднять. Нет, они мне нужны, потому что иначе я ничего не сделаю. Ну ладно. Сейчас. Вот сейчас, guys. Прям минуточка. Минуточка, и мы со всеми разберемся. Я уже понял, как играть в эту игру. Это просто изи. Сейчас. Уже, как вы, ну, понимаете, да, там, это, типа, любит троицу, там, и все вот в этом духе. Что ж такое-то? Правила дорожного движения не соблюдает. Что ты хочешь от меня? Там что, говно вылили? Там реально вылили какую-то коричневую жидкость из окна. Лютые вообще какие-то. Так, вот, лошадь взял, и погнали. Погнали, мы это все читали. Все, погнали, бегом. Знаем менты. Нормально то, что тут лошади с мигалками, да? Нормально? Твою ж дивизию. О, все, да? А, блин, одного только скинули, смотри-ка. Но, в любом случае... Отвали. Отвали. Так. О, все, сейчас, все, сейчас. Сейчас все уйдут. Все, кайф. Все, я оторвался за это короткое время, и мне нужно перекрасить лошадь. Угу. Так, вернись к лошади, и мы не забрали, между прочим, меч, потому что у нас теперь нет меча, и нужно хотя бы вон ту кирку, что ли, стырить, где она тут была. Давай, нам нужна ваша кирка. А, это арбалет! Нифига себе. А где он, на какую? А, вот, на пятерку. Ядрит, Мадрид, это, блин, это арбалет. Так, у нас теперь есть арбалет и меч. Кайф. О, кстати, как в стиле GTA-шки, помните, когда там идете и там вот такие вот всякие предметики валяются? That, в смысле? Ты чё? Ты чё, блин, придурок? Сейчас, где? Давай, выходи. Давай, блин. Да перезарядись ты. Все, хана тебе. Йоу. Вообще, изишная была. А кто это такой-то? Чё за черт такой на меня напал-то, я не пойму.
Да, арбалет, конечно, долго перезаряжается, но это того стоило. Охренеть, он наглый. Это в смысле, откуда ты взялся-то вообще такой? Боец-то. Может, вот отсюда, из этой палаточки? Ну, сейчас эту амуницию заберем. Опа. Добавлено 5 болтов. Отлично. Двигаем дальше. Что у нас там по сюжету? О, может, мы плавать можем? Кстати, замедляется немного, фига, проработано. Так, куда мы идем-то, я не понимаю. Просто такой трупак бешеный. А, вот, все, это мастерская, да? Перекрасим, и нас вообще никто не спалит. Вообще по красоте. Так, я не мастер. Нет, не волнует. Давай, не кричи. Так, все, помог тебе. С тебя великолепная бутылка, бухлишка. Во всяком случае, та лошадь, которую вы только что привели, садил. А, я перекрасил ее, да? И это приглашение на гранд-турнир, я нашел его в сумке. Вам не нужно читать, что вы можете выиграть половину королевства и офигенную принцессу на этом турнире. Да, но это только для голубых кровей. Для левых каких-нибудь. Возможно, если... Так, вы можете встретить меня завтра, и мы выясним что-нибудь более детальное. Отлично. Идем домой, чтобы сохранить игру. Это вот здесь вот настолько жестко реализовано, типа вы чуть-чуть проходите, после этого хоть как-то сохраняете игру у себя дома. Понимаю. Ладно, хотя бы сохраним. На том спасибо. Дайте нам доспехи, блин. Мы тут сейчас всех перерубим. Так, установи здесь. Ты пьешь, как будто бы у короля день рождения. И думаю, что после этого ты можешь просто прийти домой и хорошенько поспать. Пусть тебя воняет. А, мам. Мама его? Понимаю. Так. Ну, так, а чё, ну, в чем дело-то? Понятно, теперь, короче, нам нужно вскопать поле для того, чтобы нам мать разрешила поспать. Ах, господи. Ну да, как же не без этого. О, нормально, смотрите, по монетке зарабатываем. Типа, поработай, а потом поспи, потому что всю ночь бухал. А, как же я хочу спать. Идите домой и сохраните игру, теперь уж точно. Никто вас не заставит больше ничего делать. Миссия пройдена. Так, типа, а, теперь мы можем якобы вот сюда. О, кайф, мы можем сюда прибегать и сохранять игру. Ну, слушайте, это хоть что-то? Хоть что-то. Так, нужно найти этого мужичка. Кстати, музыка даже похожа, да, на GTA-шку. Ну, блин, видно, как разработчики вдохновлялись GTA при создании этой игры. И в какой-то степени это прикольно. Так, давайте погнали на этот большой турнамент. Как плохой торговец. Так, посмотри на... посмотри, тут сам жесткий ублюдок этот рыцарь. Блин, не успел прочитать до конца. Так, я работаю над планом, но сначала лучше познакомиться с боссом.
Он искал тебя. Сказал, что срочно. Найди меня позже в гараже. Так. Отправиться. Давай, погнали. Это же моя лошадь, наверное. Куда нам там гнать-то? Ага, по дороге. Все, нормально. Что ты делаешь-то? Лютая лошадь просто. О, как мы четенько там скопали-то все. Не, ну что-то нужно делать с этими дерганиями экрана. Так, я нашел работу для тебя. Хочу заключить сделку с некоторым колесом. Мы добудем дерево для них и убьем. А, господи, не добудем дерево. Они находятся в некотором лесу от нас, и мы убьем их. Так, занимайся своим делом. Здесь для этого вам поможет арбалет. Кайф. Тренируемся из стрельбы из арбалета, но мы уже потренировались. Давай-ка сейчас цвета. Хоба. Блин. А чё так косты? Так, первый пошел. Второй пошел. Отлично. Отлично, ты делаешь успехи. Теперь иди убей рыцаря. Так, мои люди положили корзину для тела. Для его тела. Что там дальше было, типа. С ее влаги. Ну, что-то такое было, какая-то муть была написана. Ну, конечно, не со всеми словами, как видите, у меня я дружу в английском, но тем не менее, хоть какой-то перевод могу делать. Так вот, давайте, идем. Сейчас грохнем мужика этого. Изи. Ага. А, нет, это не то. А нормально, что мы бандитом играем? Опа. А чё так просто-то? Да, что случилось? Кто убил моего чиноса? Так, я чувствую, ты чувствуешь себя лучше, и я ищу тебя, чтобы убить. Вообще элементарно. Так, я должен забрать коробку, чтобы транспортировать тело. Окей. Тело, блин, за ним транспортировать. Кому тут интересно в этом средневековье, кто кого убил? Вообще, мне кажется, без... А, ну... Да, тут, блин, с мигалками копы ездят, поэтому да. Слушай, доблестная полиция. Так, поднимите тело рыцаря. Сейчас мы это сделаем. О! Отлично. Так, оставим его теперь на место. А это нормально то, что на нас нападают вот так вот? Типа в розыске? Это не очень приятно, я вам скажу. Ну, по крайней мере... Они нас вот так вот просто догнать не могут. Нормально такие догонялки. Блин, а чё он меня порубить-то хочет? А, нет, отвали. А, чёрт, отличное тело ты ему не принёс. Такое свежее, что... Не задавай вопросов. А, точно. Хотите получить немного денег? А, сядь на телеге, принеси мне больше трупов. Опа.
Так, мне нужна защита на мою задницу. Ну, понятно. Где бы ее найти? Так, во-первых, за мной гонится. Наверное, я, может быть, неправильно перевел, то либо он сказал то, что ему нужна защита на его задницу, либо он сказал, что ему нужна броня. Но, по-моему, я слово армор не видел, поэтому, скорее всего, имеется в виду защита именно от вот этих вот гоняющихся чуваков за нами. Итак, где ты? Пока можешь какой-нибудь вакханалию устроить. А, вот, все спало. Идем. Мутим. Мутим следующий квест. Люди любят умирать. Использует это, чтобы знал. Все вместе. Я могу скоро выйти из бизнеса, но тут делать мою профессию прибыльное слово. А, если кто-то не сделает профессию прибыльной снова. Да, верно. Слушай, в профессиональной науке вы можете создать спрос на мои услуги. Убить 15 людей за 15 секунд. Погнали. Просто месить. Просто месить все. Все, что видим. Где? Давай. Давай. Так. Так. Нужно подкрепиться булочкой перед выходом. Да что ж такое-то? Ох уж это управление. Лютая. А куда все подевались-то, я не пойму. А, вот они. На, давай, на. Отлично. Отлично. Второй пошел. Что ж такое? Так. Давай. Так вот. Да отстань ты. О-хо-хо. Так, следующий. Чё все хотите-то от меня? Так, мне перезарядиться нужно, между прочим. О, отлично. Давай. Готов? На! Так, сразу перезарядиться надо. Просто такой монстр, конечно. Хлеба не корми. Всех зарежем. Ага, еще один появился. Давай. Ну. На. Уже 3 звезды, между прочим. Такие мы бандиты, конечно. Таких еще поискать надо. Не, главное, все остальные просто так ходят. Спокойненько. На. Интересно, а что можно купить вообще на эти денежки? Между прочим, уже 880 аренов. Или как они тут? Блин, еще один мент. Давай уж, слезай. Так. Чё-то какие-то они страшненькие. Ой, ну в смысле не страшненькие, а в смысле... боятся нас. Опа, вот этого сейчас мы такого еще не били. Нам нужен этот. На! Да ладно, ваншот? Фига себе, арбалет жесткий. Блин, я вообще надеялся с него какой-нибудь щит там получить, я не знаю. Отстань. Перезарядиться-то. О. Отлично. Опа, чуть не убил нас. Это монстр. Отлично. Вернемся к этому могильщику. Блин. Он с арбалетом. Ты чё? Ну-ка не стреляй в нас.
Хотя мы можем миссию, наверное, завершить, они все убегут от нас. Так, отличная работа. Если заглянешь ко мне позже, я снова смогу дать тебе работу. Ага, окей. Так, привозите тела мне здесь. Йоу. Звезды спали. Так, ну что ж, идем сохранимся и, может быть, чуть позже еще пофанимся в этой игре. Ну, по крайней мере, пролог, я думал, будет гораздо короче, чем есть на самом деле. Ну, мы, естественно, еще и фигней в большей степени занимались, чем проходили какие-то определенные миссии. Но смысл, я думаю, игры вы поняли. Бегаем, режем, убиваем, делаем, что хотим, выживаем, как хотим. Ну и пытаемся периодически сохраняться, потому что сохранения здесь очень ужасные. Ну а на этом все, друзья. Большое спасибо всем за просмотр. Обязательно подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Ну, а мы поищем еще кучу других прикольных игрушек, в которых можно провести здорово время, но кому-то она придется по душе. Ну а на этом все. Всем пока. До новых встреч.